Эй, лошапендикус, ты только посмотри, какая у меня офигенская карта клада в руках. Всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Титмаус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундук Титмауса. Это уже 39-я серия по выживанию в Майнкрафте 2.1.18 без модов. Как помните, в прошлой серии мы сами наконец-таки получили самые настоящие пчелиные соты, которые сегодня будем использовать в создании самых настоящих пчелиных ульев. Ты представляешь, лошадь, сегодня у нас такое ждет, это просто жесть. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все-все-все, кто еще не подписан, потому что сегодня будет максимально интересно, мы наконец-таки приведем своих пчел, и у нас будет огромное количество меда, огромное количество воска. И с этим медом и воском мы потом, конечно же, придумаем, что сделать. Поэтому, короче говоря, обязательно эту пасеку сегодня нужно будет организовать. Также, ребята, я сегодня наконец-таки хочу отыскать этот самый клад, который находится на этой карте. Потому что сколько можно, постоянно с этой картой бегаем, бегаем, и до сих пор еще его не нашли. Это нехорошо. Сегодня клад нужно тоже обрыскать, обыскать, обворовать его, так сказать. Короче, все будет хорошо. Ну и еще кучу прикольными вещами займемся. Поэтому, ребята, поехали. Просто погнали! Let's go! Для создания пчелиных ульев нам нужно дерево. Дерево и еще раз дерево. Где это дерево? Где-то у меня в сундуках. Наверное, я даже не буду тратить время на сундуки. Я просто-напросто возьму и прибегу в этот самый лес. В березовый, в дубовый. И срублю себе какое-нибудь дерево. Допустим, вот этот вот дубик. Почему бы и нет, как говорится. Думаю, то, что он мне сейчас очень даже пригодится и понадобится. Спасибо. Еще немного вот этого дуба можно срубить. Замечательно. Ну и, в принципе, вот такое количество мне будет, наверное, достаточно на первое время. 36 досок мы сами целых получили. Я считаю, то, что это просто идеальнейшее количество. Ну и, в принципе, для создания этих самых ульев мне этого должно вроде бы как хватить. Проверяем. Так, так, так. Делаем эти самые ульи. Готово? Готово. Целых 3 пчелиных улья у нас есть. Это замечательно. Прямо сейчас, по идее, я мог бы их уже разместить. Но для того, чтобы их разместить, для начала нужно базу эту самую подготовить. Я сейчас покажу, как все это дело у нас будет выглядеть. Нам для того, чтобы подготовить эту шикарнейшую базу, понадобится сейчас лопата. Лопата и земля. Лопата и земля. Пойдемте быстренько за землей. Земля у меня вот тут есть. Есть немного, правда, ее. Вот еще побольше земли. А можно еще, пожалуйста. А ну-ка, земелечка. Вот они, целые стаки земли у меня находятся. Думаю, то, что этого мне уже явно будет достаточно. Хотя, погодите-ка, возможно, нифига недостаточно. Давайте-ка я еще немножко земли возьму. Вот еще земля. И где-то вот здесь еще была. Все. Ну, вот этого-то явно уже должно будет хватить. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Нам сейчас нужно заровнять данную территорию, потому что я считаю то, что пчелиная пасека должна быть на красивой, ровной территории. Поэтому давайте прям-таки сейчас этим с вами и займемся. Соответственно, вот отсюда мы все это дело будем равнять с вами. Отлично, шикарно. Ну и, в принципе, здесь мы будем делать то же самое. Абсолютно идентично. Просто-напросто берем и заравниваем данный слой. Отлично, 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 отлично. И как же теперь тут все ровненько и красиво. Так, здесь я, наверное, сделаю абсолютно то же самое. Вот, и, господи, нифига пролагал Майнкрафт. Все, земля закончилась первая, ничего страшного. Почему у меня, каким образом у меня трава это оказалась внутри? Что, простите? Это странно, я чуть не заметил. Ладно, возможно, вы заметили, как она оказалась. Все, сделали такую красивенькую штучку здесь. Вот тут я планирую, знаете, что сделать? Подъем наверх с помощью ступенек. Да не абы каких, а каких-нибудь, допустим, тех же самых дубовых. Думаю, вполне сойдет. Хотя нет, не дубовых, знаете, каких? Думаю, вот таких вот, каменные обыкновенные ступеньки. Очень даже должны будут подойти. Сейчас посмотрим, узнаем, как у нас все это дело будет выглядеть, если мы все это дело вот так поставим нормально. Ну, в принципе, прикольно. Только вот здесь я не понимаю, когда нафига вот здесь тропинка нужна. Тут, конечно, уже какая-то проблемка возникает. Я не знаю, как все эти ступенечки нам бы разместить было бы по красоте. Может быть, как-нибудь вот так это сделать. Давайте попробуем. Ну-ка, раз, два, три, четыре. Во, гораздо лучше, так намного. Все, идеально, вот это я понимаю. Подъемчик, так, подъемчик, наверное, вот здесь, в принципе, можно сделать абсолютно то же самое. То есть каменные такие ступенечки красивенькие. Так, полетели, пробуем. Смотрим, как это будет у нас выглядеть. Красиво или же все-таки нет? По-моему, очень даже здорово все это дело выглядит, пускай это так и будет. Классно, классно, просто замечательно. Вот здесь уже, в принципе, можно организовывать самую настоящую пасеку. А может быть и не здесь? Нет, все-таки стопудово здесь, потому что я уже определился с этим местом. Вот тут я, наверное, все это дело перекрою земелечкой по-быстренькому, потому что как-то все, ну, не очень красиво, да? Это железная дорога, она же должна быть немного хотя бы ограждена. Замечательно. А вот здесь что мы сами сделаем? А вот здесь мы сами сделаем опять же такой же, наверное, идентичный подъемчик. То есть, наверное, вот тут нам все это дело сейчас нужно разломать вот таким вот образом. А вот тут уже пойдут самые настоящие каменные ступеньки. Что это за такие пролагивания периодически случаются, я не понимаю, но думаю, то, что вы меня за это простите, ничего страшного. Вот, такие ступеньки здесь у нас будут, так-то уже гораздо круче все это дело смотрится. Здесь я планирую все это дело прямо сейчас заровнять. Ну и, в принципе, уже где-то тут пойдет у нас самое настоящее. Ой, господи, нафига я открыл инвентарь. Что на есть пасека? Мы вот это дело вырубаем по красоте все. Вот таким вот образом. Ну и, в принципе, как-то так все это у нас получается. Красиво, по-моему, очень даже здорово. Да, господи, трава это не мешается мне. Давайте выложим всякие разные вещи по сундукам, потому что, ну, действительно, место вообще накопилось конкретно. Я не знаю, что мне с этим делать. Так, теперь нужно определиться, что делать дальше. Как быть дальше?
Я хочу подумать, как мне сделать пасеку. Так, во-первых, нужно сейчас будет лечь поспать, и во-вторых, я хочу вот что сделать. Мне сейчас нужно дерево. Куда я выложил доски? Вот они, мои доски. Отлично, палки у меня есть. Мне нужно определиться с тем, как делаются леса строительные. Потому что я вот пока что об этом почему-то пока что еще не подумал. Никогда их не делал, что самое интересное. Так что надеюсь, что сейчас мы с вами сможем их разыскать здесь. И вот они, подмостки. Они делаются из бамбука. Нифига себе, прикол. Окей, хорошо. Сейчас ляжем поспать. К счастью великому, у нас бамбук имеется, поэтому очень даже хорошо это. Сейчас мы быстренько этим займемся. Пойдемте, бамбуковое счастье мое. А ну-ка иди ко мне, бамбук. Мы тебя сейчас быстренько срубим. Бук-бук-бук, отлично. Бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Срубили, залучили. Что я сказал, господи? Получили целую кучу бамбука. И теперь этот бамбук пойдет на строительство самых настоящих лесов. А где у меня паутина? Паутины в инвентаре у меня нету. Окей, тогда найдем ее где-то здесь. Нет, значит здесь. Нет, есть, все отлично. На несколько лесов нам уже будет достаточно. Так, так, все, 6 штук. Нифига себе, ребята, этого мне вполне достаточно будет, я считаю. Поэтому прям-таки сейчас мы эти леса будем уже где-то размещать. А где именно? Наверное, где-то, ну, начнем отсюда, да? Где-то вот отсюда, где-то вот отсюда. Вот так, раз, разместили. Второй, получается, пойдет у нас где-то вот здесь, наверное, соответственно. Или вот тут, нет, вот тут. Так, и так, нормально, нормально. Я считаю, что вполне неплохо все дело смотрится. Или их поставить через две... Нет, все четко получается. После чего ставим здесь, размещаем вот эти вот шикарнейшие ульи. Раз, два, три. Ну и, в принципе, вот такая вот красота у нас получается. Конечно, это еще не все. Это еще совершенно не все. Также я, конечно же, хочу сделать еще более все это дело покрасивее. Мне для этого нужны... Сейчас покажу, что. Для этого мне нужны... Вот такие вот замечательнейшие дубовые лестники, а именно ступенечки. И уже из ступенечек мы с вами придумаем, что сделать. Хотя, погодите-ка, может быть, даже не из ступенечек. Может быть, даже нам сейчас придется сделать вот такие вот блоки. Что вполне возможно. Сейчас посмотрим, как с ними все дело у нас будет смотреться. Просто дело в том, что пасека должна выглядеть красивой, как-никак. Правильно? Я считаю, что правильно. Поэтому сейчас мы с вами попробуем все дело максимально по красоте сделать. То есть, по типу вот такого вот. Может быть, что-нибудь как-нибудь нормально это смотрится или слишком громоздко. Ой, господи, не, ребята, это слишком некрасиво смотрится. Я считаю, вполне не... Ну, кстати, вот это поинтереснее уже, но все равно не то. Это все не то. Это все совершенно не то. Нам нужно как-то все это дело по-другому реализовать. Может быть, как-нибудь вот так сделать. Так, ну, в принципе, нет. Все нет, ребята, это все не то. Это все некрасиво, это нам все не подходит. Может быть, это как-нибудь вот так сделать по бокам. Нет, тоже какая-то хрень получается. По-моему, ступеньки здесь абсолютно лишние будут, если только вот так их разместить, кстати говоря. Нет, короче говоря, нет. Максимально минималистичная, я думаю, у нас ферма будет. Вот такая вот, все, ну это просто идеально. Вот ничего лишнего, все просто хорошечно. Вот, да, ну как вы думаете, нормально, а? Или ненормально? По-моему, очень здорово. Все, теперь, здесь нам все это дело нужно сейчас будет засадить цветочками всякими разными. И, насколько мне известно, у меня в сундуке этих самых цветочков накопилось немаленькое количество. Поэтому давайте их быстренько постараемся найти. И, конечно же, все это дело поставить около наших ульев. Цветы, вы где? Здесь цветов я не замечаю, тут цветов я не замечаю. Нет, вот они есть, немножко цветочков уже, это хорошо. Так, землю пока что повкладываем. Так, больше цветов тут я вроде бы как не вижу. Здесь цветов не вижу, ребята, простите меня, если я вдруг их пропустил нечаянно, такое тоже бывает, такое тоже вполне может произойти. Здесь цветов не наблюдается, здесь цветов есть цветочки, целая куча желтых цветов у меня здесь, именно одуванчиков. Это хорошо, ну и в принципе, по-моему, тут уже полноценная пустотень по цветочкам. Кстати говоря, кувшинки я возьму, они довольно-таки прикольно будут смотреться. Также у меня где-то еще был вот такой вот спороцвет, ух ты, классная штука, кстати говоря, прикольненько. Можно будет тоже как-нибудь все это дело сейчас будет реализовать. Так, тут цветов я вроде бы как не вижу никаких, здесь цветов я вроде бы как тоже не вижу никаких. Ну и, в принципе, тогда и ладно. Тогда и ладно. Так, я, знаете, что еще придумал? У меня еще одна идея появилась. Мне срочно нужен обыкновенный забор. Забор ты где? Забор, забор, забор. Я не знаю, был ли он у меня, но думаю, то, что мы сейчас этот самый забор сможем спокойно сделать сами. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два. Ага, это все, значит, да, получается? Это значит все. 6 штучек забора. Этого мне недостаточно. Мне нужно отыскать еще побольше бы этого забора. Не знаю, будет ли он у меня где-нибудь здесь или же не будет, но возможно то, что будет. Возможно, будет дубовое дерево. Это было бы тоже довольно-таки неплохо. Во, отлично, дубовый забор. 15 штук-то мне явно хватит. Пойдемте. Сейчас будем все это дело по красоте декорировать. А каким образом, сейчас покажу. Нам нужно прямо сейчас взять... И вот так вот поставить все это дело. Раз. Ой, не могу. Понял, хорошо. Нужно какие-то блоки для того, чтобы подстроиться. Все, как-то так получается. Есть. Два. Три. Нет, три говорю. Молодцы, получается. И 4 получается блока вверх. Нужно сделать 4. Готово. Здесь делаем абсолютно то же самое. То есть раз, два. Ой, два, три, 4. Ну, давай, ставься. Молодец. После чего, наверное, 5-й.
Блок тоже пойдет, да? Да. Пятый блок нам нужно тоже разместить. Отлично. Пятый блок. Оп, готов. Все. А остальное делаем вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре. Все, нам опять не хватает досок. Ну что ж ты будешь делать-то? Нам снова не хватает заборов. Это нехорошо. Прямо сейчас я планирую тогда срубить себе вот этот вот дубик. Такой маленький, красивенький, но дуба с него получится довольно-таки немало. А именно досок, вот они, готово. Пойдемте к нашему верстаку. К счастью, верстак находится недалеко. Сейчас мы сделаем себе еще побольше этого самого забора, для того, чтобы уже все красиво смотрелось. Сейчас я покажу, для чего я вообще это делаю. Вы, наверное, думаете, нафига, елки-палки, тебе этот забор вокруг этих ульев? Это ж не так прикольно смотрится. Сейчас все будет смотреться максимально эстетично, уж поверьте мне. 6 штук, я думаю, наверное, опять-таки не хватит, сделаем еще побольше на всякий случай. Все, нормально, 12 штук забора дополнительного, это хорошо. Сейчас мы с вами все дело разместим вот таким вот образом. Отлично, вот так-то, это можно разломать. А вот здесь мы теперь постараемся повесить этот цветочек наверху. Я не знаю, получится ли это сделать у меня, надеюсь, да? Оп, получилось. Да, господи, как же это бомбически выглядит, вы только посмотрите на это. Господи, это просто идеально, это просто идеально. Так, вот тут с забором я, конечно же, кое-что бы немножко подделал бы еще. А именно вот таким вот образом я бы все это дело разместил. Вот так. И тут сделал бы я абсолютно то же самое, чтобы как-то это более, что ли, повеселее смотрелось. Что слишком ровная постройка была. Во! Ну не красота разве, ребята? Ну разве не красота? Такие пылинки от него летают интересные, пыльца. Блин, это просто рай для пчел. Это идеальнейший дизайн для создания ульев. Если вы будете делать ульи в Майнкрафте, то, ребята, рекомендую вам делать абсолютно так же, потому что для пчел это просто идеальнейшие условия, я считаю. Как вы думаете? Мне кажется, это реально так. Я думаю, то, что это действительно так. Просто бомбическо. Господи, лучше я бы не придумал, на самом деле. Офигенно. Офигенно. Что мы делаем с вами теперь? Я вот думаю, не знаю, может быть, все-таки... Слушайте, как... я вот не знаю, может пониже все дело разместить или не надо. Короче, все нормально, пускай как есть, так есть. Все, теперь нам остается поставить здесь цветочки, обычно вот таким вот образом наставить их здесь, неважно каким образом, главное, чтобы они просто здесь были, чтобы пчелам было, как говорится, какую пыльцу тут собирать. Это можно поразместить где-нибудь вот здесь и даже вот здесь можно поразмещать. После чего берем другие цветочки, вот у меня есть такой красненький цветочек один, немножко у меня имеется вот таких вот ромашек или что это у нас такое, неважно. И также у меня, нет, костной муки у меня нету, в принципе, ладно, думаю, на первое время этих цветочков пчелам будет достаточно. Ну, по-моему, ребят, смотрится очень красиво. Ну, прям вообще, ну прям вообще, просто идеально. Идеально. Так, теперь нам нужны пчелы. Нам, во-первых, нужно перекусить, потому что мы голодные, как собаки. А во-вторых, прямо сейчас мы пойдем за пчелами, потому что, ну, привезти сюда ж надо кого-то, должен же здесь кто-то летать. Этот самый медик нам приносить, поэтому пойдемте за пчелами. За самыми ближайшими пчелами, они находятся у нас очень близко, очень рядом. Кстати говоря, вот эти цветочки я сейчас соберу, для того, чтобы можно было нам спокойно взять этих пчел, как говорится, привезти. А ну-ка, пчелы, вы там где? Так, пока что еще не закат. Надеюсь, что мы успеем до заката все дело сделать. У меня есть что есть кровать, есть что я лягу поспать. Так, пчелы. Ко мне, я пришел вас приручать. Так, вот они, целых 4 пчелы сразу. Какие ж вы, господи, молодцы. Какие ж вы идеальные. Вот как раз таки как и нужно. Довольно-таки много пчел, это хорошо. Это хорошо, думаю, что до ночи мы стопудово успеем их привести. Они довольно-таки быстро за мной летят. Ой, как хорошо-то, господи, я так рад, что наконец-таки у меня пчелы будут. Я столько времени хотел ими заняться. И наконец-таки на 39-й елки-палки серии, как говорится, время пришло. Время пришло, пойдем. Как я рад, что вы быстрые, не такие быстрые, вернее, не такие медленные, как кролики. А то кролики вообще это какая-то жесть была, когда я их приводил. Так. Так, все почти что. Вон там, вон ваш новый дом. Вот он такой красивый. Да-да-да, да-да-да. Сейчас я вас тут накормлю, и вы будете понимать то, что это ваше место. Это ваш дом. Это чисто ваш дом. Итак, приятного аппетита. Раз пчела, два пчела накормили. Наверное, еще немного пчел я сейчас накормлю. Возьму вот эти вот одуванчики и корману кого-нибудь еще. Тебя накормлю, и, наверное, кто еще будет? Тебя? Нет, тебя? Тебя. Все! Итак, ребята, у нас ровно 6 пчел в итоге имеется, уже целых 6 пчел сразу же, это просто офигенно, получайте эту пыльцу, кушайте, цветочки офигенные, я, наверное, прям-таки сейчас им еще постараюсь повыращивать немного разных других цветочков, для этого нам сейчас нужна, конечно же, костная мука, я не уверен, то, что она у меня где-то есть, но уверен, то, что очень скоро наступит ночь, и тогда мы спокойно все это дело сможем взять и, конечно же, раздобыть, а именно косточки. Также, где-то у меня была книга на ледоход. Мне в комментариях один человек написал, и мне вот интересно, где она у меня? Книга «Зачарованная на ледоход». Действительно ли она у меня есть? Так, книга на ледоход, книга на ледоход, книга на ледоход. Вот это? Ледоход 2. Да, вот она, все, понял, хорошо. Надо будет зачаровать потом эти ботиночки. Можно, наверное, прям-таки сейчас-то постараться сделать. Ну, давайте попробуем.
Попробуем? Попробуем, почему бы и нет. Итак, ребята, let's go на ледоход. Соответственно, что нам сейчас нужно? Где у нас книга? Вот наша книга, какой уровень нужен? 11. Офигеть, 11 уровень. Не, пока я не буду, ребята, эту книгу тратить. Дело в том, что мне сейчас уровень нужен для того, чтобы зачаровать свою кирку на удачу. Это сейчас гораздо выгоднее будет, поэтому я пока что подкоплю все-таки левел, а потом как-нибудь на ледоход я обязательно свои ботинки зачарую. Поэтому, ребята, если что, не переживайте, скоро все будет. Так, пчелки уже собирают пыльцу. Дело идет к закату. Мы с вами прям-таки сейчас, знаете, что сделаем? Пойдем. Ух ты, нифига, куда пчела далеко улетела. Я надеюсь, она не сбежала навсегда отсюда. Надеюсь, не сбежала. Надеюсь, все будет хорошо. Так, короче говоря, пчелки летают, они нас теперь будут, соответственно, радовать, получается, да, если мы вокруг цветочками все дело расставим. Да, они же везде летать теперь будут. Блин, какие пчелки здоровские. Короче говоря, что я хочу сейчас сделать? Нам сейчас нужно отправиться за кладом, потому что мы планировали это сделать. Кстати, кувшиночки. Кувшиночки я бы еще где-нибудь тут бы стопудово разместил. Только где? Где-нибудь вот тут. Опа, кувшиночка здесь. Так, потом, опа, кувшиночка тут как-нибудь, не знаю, можно еще вот тут кувшинки разместить, вообще красиво будет смотреться. Ну-ка, давайте посмотрим, как это все дело выглядит. А ты что, это завяло? Что с тобой только что было, я не понял. Это было странно, но да ладно, смотрится еще круче теперь все это дело у нас, вообще классно. Господи, что за такой райский уголок получился ботанический, я не понимаю. Так, нам, нет, спать нам нельзя ложиться, нам нужно идти по карте по этой, где она, вот она по карте с закладом мы сами идем по этой карте. Так, вот таким вот образом нужно сейчас прийти, и потом нам нужно свернуть вон туда, получается, и идти вот таким вот образом. Или погодите-ка, если я иду вот так, куда мы сами передвигаемся? Непонятно, если я иду вот так, мы сами продвигаемся прям-таки в угол. Соответственно, нам нужно идти в эту сторону, нам стопуднёк нужно идти в эту сторону. Давайте немного вот таким вот образом продвинемся. Вот, и теперь просто-напросто берем и бежим в этом направлении в поисках клада. Надеюсь, что очень скоро мы сами этот клад найдем, потому что я не знаю, как далеко нам придется бежать, ребята. Просто без понятия, но надеюсь, что не слишком далеко. Так, бежим по нашему замечательнейшему мосту. Наверное, в туннель сейчас придется идти или не придется. Нет, наверное, в туннель идти все-таки нам с вами не придется. Нам с вами придется идти вот таким вот образом, прям-таки прямо бежать, бежать и еще раз бежать. Просто-напросто бежим. Кстати, вот в этом направлении мы еще не ходили. А, еще один песик. Приветики, чувак! Ты офигенный, я бы тебе приручил и подругу бы для своего пса-босса бы. Прям-таки сейчас бы сделал. Ладно, думаю, потом, если что, мы его найдем на обратном пути, а сейчас нам нужен скелет. Нам сейчас нужен только скелетон и еще раз только скелетон. Так, криперы, это неинтересно, всякие разные тут бегают. Так, нам нужно бежать вот по этому направлению, получается, соответственно. Отлично, все получается, я уже вижу первого скелета, а ну иди сюда, говнюк такой. На, я говорю, на, молодец, спасибо тебе за косточки огромнейшие. Продолжаем дальше бежать, слушаю еще одну собаку, господи, где-то рядышком здесь она. Может быть, все-таки прямо сейчас приручить еще одного пса? Здорово, пес, у меня есть кости для тебя, целых две штуки. Раз, косточка, два, косточка, не приручился, блин, мне нужен еще один скелет, я хочу подругу для своего пса-босса сделать. Так, 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 давай, 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 скелет, ты где? Господи, не вижу скелета, прикиньте, больше. Скелета больше на горизонте нету, это обидно, на самом деле, это очень обидно, мне нужны скелеты, пожалуйста. Так, скелет, нет, паук, господи, паук, это все не то, это все не то. Крипер тоже все не то, мне нужен просто-напросто скелетон, понимаете? Просто-напросто скелет. Но его здесь, черт возьми, нету. Пипец, ладно, берем карту, потом, если что, потом приручим как-нибудь. А, куда я, господи, упал? Ух ты, а там могут быть скелеты. Ну, пока что не видно. Хорошо, выбираемся, выбираемся срочно, ребята. Мы вообще в каких-то зарослях темных находимся. Очень страшно здесь. Так, надо посмотреть, куда нам бежать. Нам бежать нужно в эту сторону. А именно вот сюда прям таким сами бежим. У нас все получается в скором времени. Я надеюсь, что мы выбежим уже на эту карту и добудем, елки-палки, этот клад. Так, погнали, погнали, погнали. По пути должны стопудово встретиться скелеты. Вот они, два скелета здесь увижу. Раз скелет, убиваем тебя. Получаем кости и второй скелет. Целых три скелета, отлично, просто идеально то, что и было нужно мне. Шикарно, получили косточки еще, замечательно. На обратном пути, я надеюсь, что собаку у нас получится все-таки приручить. А сейчас мы бежим дальше. Так, пока что еще нифига нам не виднеется. Это самая новая, получается, территория. Но думаю, в скором времени встретим, опять-таки скелетоны виднеются. Все, ребята, мы на карте продвинулись. Вот она, эта красная штука, которая на карте была, кстати говоря, которую тоже можно было бы сейчас залутать. Тут у нас золотишко имеется, это очень даже неплохо. Так, окей, разломаю все дело. Пчела, приветики. Ой, блин, аккуратненько, аккуратненько, живи, не умирай. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, живи. Фух, выжила, молодец, я за тебя безумно горд, на самом деле, это классно. Ай, господи, самое главное сейчас не умирать мне. Так, собираем этот блок. У меня место есть, у меня место пока что еще есть для блока золотого. Господи, он в лаве сгорел, блин, минус золото. Но ничего, в этом сундуке у нас находится золотой шлем на огнеупорности. Интересно мне это все дело. Починка прикольная, кстати, зачарование такое. Но нафига оно нам нужно? Или мы, нет, возьмем, мало ли. Его можно будет потом снять, это зачарование. Наверное, можно будет. Так, уберем паутинку. Уберем, наверное, пшеницу. Уберем снежки, нафиг они нам сейчас не нужны. Заберем только свой обсидиан.
ураган и огненный заряд. Прикольная штука, и кусочки железа, думаю, нафиг мне тоже не нужны. Все, отсюда нам можно идти. Где находится наш клад? Где-то, получается, вот в этой стороне. Вот сюда нам нужно сейчас подойти, и где-то этот клад можно будет копать. Прям-таки вот тут. Окей. Что ж, поехали. К счастью, у нас лопата хорошая, поэтому вырыть все это дело мы сможем с вами очень-очень быстро. Сундук ты где? А, вот он, нашел. Замечательно, приветики, сундучело. Что у тебя тут интересно внутри будет, вернее, внутри будет? Так, алмазик, отлично, алмазик это классно. Железо, рыбки и изумрудики. Замечательно. Изумруд нам тоже пригодятся. Так, мы, наверное, выложим вот это даже дерево. Заберем жареный лосось, жареную еду. Всю еду нужно забирать с собой стопудово. Золото, изумруды и так далее. Все это дело нам пригодится. Так, это выкладываем. Выложим еще, наверное, лук. Вот этот нафиг он нам не нужен. Ну и железо. Все, конечно же, собираем. Железо это очень здорово. Так, и сердце моря, соответственно. Все. Классно, все сделали. Что у нас тут такое вообще? Океан какой-то интересный. Ну, вроде бы как больше тут в океане. Я ничего не наблюдаю. Вижу только лосось немножко. Но лосось это неинтересно. Может быть, там что-нибудь будет? Эй! Что-нибудь, кто-нибудь, нет? Нету? Ладно, хорошо. Окей, клад залутали, это замечательно, меня это безумно радует. Теперь нам с вами нужно идти и приручать себе песиков. По нашим планам, в принципе, очень даже хорошо сейчас может получиться, потому что у нас много костей. И надеюсь, что 7 костей мне хватит, чтобы приручить собаку. И, конечно же, еще нужно оставить кость для того, чтобы можно было бы сделать из них костную муку и нарастить побольше цветочков. Итак, друг для пса-босса, где же ты? А ну-ка, вернее, подруга, это у нас будет девочка-собачка. Сейчас мы ее найдем где-нибудь, тут стопудово разыщем. Опа, еще один скелетон, костей мало, как говорится, не бывает, поэтому мы их убиваем. Так, где еще кто-нибудь? Перекусим немного мяса, замечательно, и побежим дальше. Побежим далее, кто у нас здесь где-нибудь есть? Кто у нас здесь? Вот она, собака уже бегает, а ну-ка иди сюда, моя маленькая. Ты еще и на скелета охотишься, да ты что? Или не на скелет, на кого он там охотится? На скелета, слушай, ты реально... А, нет, не на скелета, да, на скелета, давайте, добивайте его! Добивайте его, говорю! На! Все! У меня есть 9 костей без спряжения. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Паук пошел вон! Вы что, офигели, что ли, елки-палки? Атакуйте всех собак, а ну пошли вон! Молодцы, волки! Спасайте! Крипер, не взрывайся, самое главное! Тихо-тихо-тихо, крипер, мы тебя сейчас завалим! Мы тебя сейчас завалим с этими собаками! На, отлично! Так, где собаки? Я не знаю, куда-то они делись. Вон они, собаки, бегут за еще одним скелетом, судя по всему, да? Да, нифига себе! Капец! Здорово, пес! А где твой друг? Товарищ? Ты не знаешь? Где же товарищ где-то тут был? Товарища незаметно, что-то товарища где-то нету, по-моему. Странности. Ладно, идем за нашим собакам. Собакеном, где он? Вот он. Иди сюда. Хочешь ли ты эту косточку? На. Не хочешь? Можешь еще раз? На. О, да, детка, здорово, я рад тебя видеть. Я прекрасно рад тебя видеть. А ну-ка, поднимайся, пойдем со мной. Я тебя сейчас кое с кем познакомлю. Хотя, погоди-ка, а если тебе сейчас ошейник покрасить? Кстати говоря, неплохо было бы сейчас какой-нибудь ошейник придумать. Я, наверное, даже знаю, какой это ошейник будет. Это будет ошейник розовенький. Потому что для пса-босса нужна девочка, а девочка должна быть с розовеньким ошейником. Еще одна собачка тут у нас носится, но мы эту собачку уже приручать не будем. Приручили ту, какую получилось. Так, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он этот краситель. Красивенький, розовенький. Ой, зомби идет, зомби, зомби, зомби. А ну-ка, уйди, на. Все, отлично, собака вроде как жива. А ну-ка, перекуси немножко, перекуси, говорю. Перекуси, молодец, перекусила, садись. Зомби опять подходит, пошел в жопу. Уйди, уйди от меня. Так, мне нужно сейчас что-нибудь выкинуть. Выкинем мы с вами, наверное, я даже не знаю, что бы выкинуть такого прикольного. Точнее, не прикольного. О, съедим крольчатину, и все хорошо будет. Так, розовый краситель. Отлично, получили. Нам его нужно использовать прямо-таки сейчас на нашей собачке. Так, все, розовенький, готово. Это нам можно выкинуть. А, можно взять вот эту вот замечательную крольчатину, перекусить. И теперь вставай, вставай, пойдем. Побежали мы домой к нашему псу-боссу. Сейчас будем тебя знакомить. Знакомить, еще раз знакомить. Там тоже собака, в смысле, тоже собака. А, это скелет, господи, я думал, собака еще одна. Я уж офигел, думал, ну нифига себе, сколько тут псов нынче развелось. Оказывается, нет. Ладно, бежим домой скорее, пока никакие криперы нас не атаковали. Надеюсь, что этого не произойдет. Так, давай, еще. Надо будет все это дело, кстати говоря, осветить. Тут что-то без света вообще это некрасиво смотрится. Так, заходи. Давай. Бегом. Молодец, все, шикарно. Приходи сюда, иди ко мне. Ну иди сюда, вот сюда, прям ко мне. У меня есть мясо, хочешь? Мяско вкусненькое. Ты чё, в офиге, да? Думаешь, кто это, ёлки-палки такая? А, вот я тебя будем знакомить. Так, а ну-ка, знакомься. Это пёс-босс. Тебя как звать? Я пока еще не придумал. Мисс-босс или пёс-босс? Нет, не пёс, а собака-босс. Миссис...
Миссис, как бы тебя назвать-то, ёлки-палки, миссис-то? У меня пока что нету этого. У меня пока что нету бирки. Вот в чем проблема. Вообще, я вас когда-нибудь бы расплодил, но не сейчас. Кстати, вот сиди на кровати. Пускай вы тут пока сидите, вы пока что привыкаете на расстоянии, общаетесь, как говорится, вы на карантине. Вы самое главное сейчас не покусайтесь друг другом, а то еще ёлки-палки покусаются, вообще капец будет. Ладно, у нас две собакены, это просто офигенно, я теперь очень рад, можно будет потом еще идею ребеночка замутить даже, я думаю, да, стопудово это нужно будет потом тоже сделать. А прямо сейчас мне нужно осветить наш замечательнейший вот этот вот улей, красивенький пчелиный. Что ж, давайте этим заниматься прямо-таки сейчас, для этого нам понадобятся фонари. Фонари, еще раз фонари. Как они делаются? Очень просто. Для этого нам с вами сейчас нужно будет железо и факела. Факела у меня есть, факела у меня есть. Это хорошо. Так, давайте быстренько выложим что-нибудь. Карту клад давайте для красоты повесим где-нибудь вот тут. Пускай она у нас висит. Прикольно, прикольно смотрится. Так, можно ее как-нибудь повернуть. Вот так может быть, да? Нет, все-таки как-нибудь вот так мы это сделаем. Вот так. И пусть она у нас по приколу тут, как говорится, висит. А мы тем временем наконец-таки займемся созданием этого самого фонаря. Я не помню, как он делается, кстати. Я реально забыл, как делается фонарь, прикиньте. Я забыл, как делается фонарь. Вот так? Нет. Или... А! Он, по-моему... Блин, я реально не помню. Может быть, вот так? Оп. Нет. Как делается фонарь, ребята? Кто подскажет? Так, наверное, нужно вот здесь его посмотреть, найти. Фонарик, вот он. А, самородки. Самородки нужны. Все понял. Ладно, сейчас сделаем самородочки. Полетели. Вот они, самородочки. Есть. И теперь с помощью самородочков эти самые фонари у нас будут готовы. Так. А, факела кладем сюда. Все, 5 фонариков у нас в итоге имеется. Эти фонари я сейчас поставлю где-нибудь вот здесь. Размещу вот таким вот образом. Раз. И два. Отлично. Идеально. Еще его тут можно разместить. Ой, как хорошо вообще. Ой-ой-ой, вообще. Господи, что за красотень. Так, ну-ка, а сверху я его могу поставить? Давайте проверим. Проверим, узнаем. Так. Сейчас подстроимся под себя. Так, давай. Раз, два. Готово. И теперь пытаемся фонарь поставить еще где-нибудь вот тут. Оп, получилось. Получилось. Красиво смотрится. Нет, этот фонарь вообще не вписывается. Блин, я еще и упал. Что ж ты будешь делать? Так. Оп. Оп. Отлично. Опа. Ломаем этот фонарик. Он некрасивый. Отлично. Собираем. Вот. И вот эти фонари я бы на самом деле тоже не тратил. Кстати, у коз нужно сделать цвет, а то у них вообще, наверное, темно, страшно. Так, козочки, я вам тут фонарик пришел разместить где-нибудь. Наверное, где-нибудь вот тут. Как у вас дела? Точно нифига, они большие. Я думаю, то, что им тут очень даже весело. Очень даже неплохо. Все, гуляете. Теперь вам еще круче здесь будет. Вот. Ну, в принципе, пчелки процветают вообще. Я не могу. Это просто жесть какая-то. Оп, наступаем. Оп, и он проминается. Блин, прикольно, что они проминаются, кстати говоря. Довольно-таки интересно выглядит. Очень прикольно. Ой, маленькие пчелочки, приветики. Так, я прямо-таки сейчас, наверное, сделаю костную муку и навыращу вам здесь целую кучу всякой красоты. Вот этой вот. Так. Так, еще цветочков немножко тут можно нарастить. Во, красиво. Вообще бомбезно, господи. Это просто что-то с чем-то. Мне очень нравится, правда. Мне очень нравится, как это все дело смотрится. Прямо сейчас я хочу вот эту штуку срубить, а именно каменные ступеньки, потому что тут они нам совершенно не нужны сейчас. Отлично. Вот, и я вот, знаете, что думаю? Вот это дерево, мне кажется, надо снести. Оно какое-то слишком огромное. Или не сносить его, как вы думаете? Надо ли это дерево нам сносить? О, у нас же выросли наши акации, которые мы сажали. Нифига себе! Эти акации потом, наверное, нужно будет как-нибудь тоже применить во что-нибудь прикольное. Пока что еще не знаю во что. Но да ладно, потом как-нибудь разберемся. Но, блин, пасека получилась, конечно, бомбическая. Так, у меня еще нет, у меня нету ничего больше. Хотя можно еще, наверное, ягодки вот эти вот здесь поселить, посадить. Надо? Как вы думаете? Я думаю, не надо. Я думаю, что эти ягодки можно разместить вот таким вот образом. Чисто для красоты, чтобы они росли у нас. Почему бы и нет? Давайте этим займемся. У нас довольно-таки их много, кстати говоря. Так что пускай растут. На входе, как говорится, в туннель будут расти ягодки. Довольно-таки красивенько, я считаю, то, что это будет все дело выглядеть. Так, так, вот таким вот образом все дело мы посадим. Непроизвольно все дело нужно сейчас посадить будет. Вот так еще можно. Все, посадили. Отлично, ягодки будут спокойно расти и тоже очень красивый, так сказать, дизайн передавать всему этому. Это здорово. Кстати, я не понимаю, почему вот эта штука не окисляется? Она вообще может окислиться или нет? Что-то пока она вообще без окисления максимально. Это странно. Нифига уже ягоды выросли так быстро! Они так быстро растут, вот это да, прикол, не ожидал, не ожидал, конечно, оп, на кувшинку прыгнули, опа, 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 паркурщики, паркурщики самые настоящие. Так, лошадка, а ты что, не привязана? Ты все это время была не привязана и никуда не уходила? Блин, ты вообще, ты такая лошадь офигенная, я тебя рано или поздно приручу стопудово. Может быть, в следующей серии даже этим займусь, пока что не знаю. Сейчас, знаете, что мне нужно сделать? Я хочу отправиться в адское измерение. Но не просто так. Сейчас объясню зачем. Давайте пока что выложим всякие разные вещи. Вот, отлично. Все это дело выложили. Бамбуки, наверное, прям-таки сейчас
поставлю на вырост, почему бы и нет, пускай растет. Только вот где его поставить нам на вырост? Я думаю, что поставлю ее где-нибудь, а вот тут пускай он растет. Вот прям-таки вот здесь, вот тут, везде, елки-палки, будет расти у нас бамбук. Бамбуковое счастье самое настоящее. Вот таким вот образом все делом тут посадили. Можно еще и вот здесь, пусть бамбук растет, и тут пускай бамбук растет, и везде он просто-напросто пусть берет и растет. Я думаю, то, что он помешать там стопудово не сможет, просто-напросто вырастет и будет все красиво смотреться. Так, вот тут бамбук, вот здесь бамбук, и вот здесь бамбук, и даже вот тут бамбук. Все, пускай растет. Много бамбука посадили, нифига себе, сколько его потом вырастет. Наверное, будет смотреться довольно-таки интересно. Так, о, уже растет, нифига тоже, нифига у него рост просто гиперскорострельный. Я не знаю, что это такое, как так, но ладно, это здорово. Прямо сейчас мне опять-таки нужно взять с собой еды немножко. Вот эту я еду с собой только возьму, ну и, наверное, немного жареной рыбки. Вот, также прямо сейчас, на всякий случай, чтобы нас никто не убил, возьмем немного золотого яблока. И, наверное, наденем какие-нибудь штанишки. Вот у меня штаны на починку есть золотые. Надели, замечательно. Давайте прямо сейчас попробуем все это дело взять и, конечно же, что? Использовать аду. Нам прямо сейчас нужно пойти в ад, для того, чтобы добыть на себе этого самого кварца, и чтобы потом с помощью кварца можно было нам получить опыт. Короче, когда добываем кварц, получается много опыта. Вот, добудем сейчас опыт себе, и наконец-таки можно будет зачаровать себе кирку на удачу, потому что у меня кирка не на удачу, и сколько можно без кирки не на удачу находиться, я не понимаю. Кирка на удачу очень полезная штука. Раньше она у меня была, я просто души не чаял в ней, и я ее нечаянно разломал. К тому же она была железная. В этот раз я хочу себе сделать алмазную кирку на удачу, и тогда будет просто замечательно. Поэтому пойдемте, отправляемся на наш импровизированный мостик. Вот таким вот образом идем, идем, идем. Сейчас быстренько упадем, шикарно. Ну и в принципе где-то здесь у нас находится, по идее, очень много кварца. Главное сейчас его очень хорошенько, внимательно рассмотреть, и думаю, то, что найдем в скором времени. Так, вот тут я, наверное, вот эти ступенечки размещу, почему бы и нет, как говорится, отлично. И где, елки-палки, кварц? Почему я до сих пор его тут не замечаю? Вот тут вижу уже много его, но вот, давайте мы туда сходим. И прям-таки сейчас его добудем. У нас уже 22 левел, это уже вполне неплохо. Очень скоро будет 23 левел. Через 3, 2, 1. Все, ребята, 23 левел получили. Замечательно. Очень быстро сейчас мы с вами все это дело накопим. И все будет хорошо. Так, берем наш незерек и подстраиваем под себя. Прям-таки вот таким вот шикарнейшим образом. Отлично. Собираем все это дело. Замечательно. Так, можно еще, пожалуйста? А можно еще? Ой, как хорошо. Ой, господи, как много кварца-то будет на самом деле, я думаю. Прям не маленькое количество. Замечательно. Так, нифига себе, какая огромная залежь. Я думал, она гораздо меньше. Потому что торчало это всего лишь два кварцика. А вон его как тут много оказалось. Офигенно, круто. Собрали. Прекрасно. Так, идем далее. И тут кварца тоже целая куча. Просто целая куча. А, это все, да? Да, это все. Окей, хорошо. Все, так, все. Мы с вами еще добудем. Вот здесь его. Тем временем уже 25 левел почти что. Так что очень скоро 30 левела мы с вами наконец-таки добьемся. Так, отлично. Продолжаем копать. Так, нам нужно идти, наверное, куда-нибудь в другое место. Потому что я его уже не вижу. Вон там, конечно, вижу. Но простраиваться туда у меня желания совершенно нету. Поэтому вот таким вот образом будем сейчас простраиваться. Эти огоньки нам нужно поломать прямо сейчас. И теперь идем дальше. Здорово. Пиглины, как у вас делишки? Я с собой золото не взял, я с собой золото взял, нифига себе, у меня два слитка есть. А ну-ка, давайте-ка с вами поторгуемся, почему бы нет. Где вы там? Вот они, на, приятного аппетита. Подбирай, подбирай, что ты мне интересного дашь за эти попыты? А ну-ка, давай-давай-давай, что-нибудь крутое, пожалуйста, что-нибудь крутое. Кинь жемчуги или зерки, или что-нибудь еще. Так, плачущий обсидиан тоже, в принципе, неплохо, неплохая штука. Что еще дашь? Ну-ка. Давай-давай-давай. И немного чернита. Ладно, спасибо. И на этом, как говорится, продолжаем добывать себе этот самый кварц. Вон там много кварца, но застраиваться наверх у меня желания, повторяюсь, нету. Поэтому я иду дальше. Дальше за кварцем. Тут у нас много золота. Вернее, дофигища золота. Потом, наверное, с киркой на удачу можно было бы его подобывать, походить. Но сейчас мы с вами будем добывать, опять-таки, этот самый кварц. Поэтому поехали. Собираем. Собираем. Много кварцика у нас имеется. И это очень хорошо. Еще и вот здесь кварц есть. Офигеть, ребята, сколько его тут много. Еще и вон там. Ё-моё. У меня глаза разбегаются, на самом деле. Ай, господи, офигеть. Я немного поранился. Да, такое тоже периодически случается. Но думаю, то, что ничего страшного в этом нету. Шикарно. Собираем еще немножко. Срубили. Здесь есть кварц? Офигеть, сколько его тут много, ребята. Ух ты, еще и тут. Отлично, давай. Давай, спасибо большое. Можно теперь еще вон туда забраться. Оп, аккуратненько. Вот это мы с вами скалолазы, конечно, конкретные. Адские скалолазы в Майнкрафте. Где это видано, где это слыхано. Ни в сказке не сказать, ни пером, как говорится, описать. Итак, еще больше этого самого кварца. И еще и вот здесь. Это все? Нет, это еще не все. Это, конечно же, еще не все. Еще и вон там у нас целая куча его. Так, ну мы пока что все-таки пойдем вот сюда, перекусим нашего замечательного трески, жареной нашей. Ну вот, кстати, треска довольно-таки хороший источник белка в реальной жизни. Если вы хотите набирать мышечную массу, кушайте треску. Очень полезная штука, как и любое остальное мясо.
Главное, не жирное, чтобы мясо было. Так, отлично. Еще больше. У нас уже 27 левел. Неплохо. Неплохо, скоро будет уже 28. Так, ну туда я простраиваться не хочу, слишком высоко. Вот это можно, в принципе, срубить. Ладно, простроимся все-таки. Простроимся. Так, 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 отлично. Полетели. Так, давай, давай, давай. Много кварцев. Когда уже 30 левел будет? Я так хочу 30 левел, вы просто не представляете себе. Отлично. Шикарно. Прикольдосно. Так, забираем. Ладно, давайте простроимся. Простроимся под себя, вернее, над собой. Нет, под себя, все четко я говорю. Простраиваемся под себя и снова вырубаем эти замечательные залежи белого кварца. Кстати говоря, он нам в строительстве тоже пригодится, поэтому я, наверное, не зря все-таки его добываю. Шикарно, собрали. Пойдем дальше. Теперь полетели, наверное, вниз с вами, да? Или не вниз? Или все-таки не вниз? Нет, все-таки, наверное, вниз нам нужно сейчас сходить будет. Так будет гораздо лучше. И тут как раз таки, опять-таки, я вижу очень много кварца. У нас уже 28 левел, отлично, скоро будет 29. А за ним уже и 30 недалеко. И это очень хорошо. Так, блин, немного упал кварц, обидно. Так, давай-ка, собираем тебя. Прекрасно. Нифига себе. Блин, знаете, что было бы круто? Если бы было такое зачарование у кирки, то есть на удачу. То есть ты срубаешь блок, и тебе опыт падает. Есть ли такой вообще вариант? Есть такое зачарование? Ребята, если есть, то можете написать мне, как оно называется. Может быть, я зачарую свою кирку и на это? Было бы интересно, на самом деле, так сделать. Так, что у нас тут? Ничего интересного. Так, ладно, хорошо. И вот тут еще немного кварца у нас имеется. Почти что 29 левел. Все, уже 29, ребята, последний левел остался. Наконец-таки. Так, вот тут у нас кварц. Здесь у нас не кварц. Тут очень много пиглинов разгулялось. Это довольно-таки прикольно, конечно. Но сейчас они нас не интересуют. Мы продолжаем давать этот кварц. Думаю, то, что еще буквально 3 залежи, не считая этой, добудем. И все будет хорошо. Итак, первая залежь сейчас будет вот это. Первая залежь добываем, собираем. Отлично, ребята, уже почти 30 левел у нас, походу, дело прям-таки сейчас он уже у нас будет. Так, так, давай, давай. Оп, не получилось, блин, совсем чуть-чуть осталось. Ну, последняя залежь, вот эту мы сейчас с вами ее добудем, ну и, в принципе, уже отправимся постепенно до домика. Наконец-таки 30 левел, господи, как я давно этого ждал, как я давно этого ждал. Так, я вижу еще немного тут кварца, ладно, про запас, думаю, можно еще чуть-чуть кварца добыть на всякий случай себе, потому что, в принципе, лишним он стопудово не будет, поэтому собираем все это дело мы с вами тоже. Спасибо, и идем дальше. Оп, аккуратненько, аккуратненько, господи, как тут страшно, ё-моё, самое главное в лаву сейчас никуда не утопиться случайным образом, потому что это будет максимальная фиаско, а фиаско мне как-то неохота, чтобы происходило. Поэтому кушаем мясо и идем. Let's go. Прыгаем, прыгаем. Паркуристы. Опа, лаву обходим. Жарко нам, но нам не страшно. Нам не страшно, нам все нормально, у нас все хорошо. Так, еще немного кварца. Я про запас его все-таки, ребят, повторяюсь, забуду, потому что мне кажется, довольно-таки полезный блок этот для нас. У нас вообще место есть. У нас места достаточно. Места у нас достаточно для того, чтобы этот кварц добывать. И это очень-очень хорошо. Собираем еще немножко. О, да, детка. Ну и, в принципе, бежим далее. Так, что у нас имеется здесь? Опять-таки целая куча кварца. Ребята, капец, он меня манит конкретно. Господи, я сейчас так страшно сделал. Сломал под собой блок. Под этим блоком могла быть лава. И тогда, конечно, было бы сейчас не весело вообще. Совершенно. Навряд ли бы я выбрался, если бы я в эту лаву свалился. Но, к счастью, мы с вами не упали. Поэтому все обошлось. Это хорошо. Это хорошо. Вот он мой столб. О, еще немного кварца. Ладно, соберем. Так уж и быть, почему бы и нет, как говорится. Спасибо огромное за такие шикарнейшие залежи. Отлично. Все, теперь можно вообще спокойно идти. Ой, лава, господи, меня чуть не это, не затопило. Чуть не затопило. Делаем ступенечки. Так, так. Раз, два, три, четыре. И что теперь? Наверное, как-нибудь вот так сделаем. Так, пять. И все. Нормально. Все четко. Побежали. Прыг, скок, приди, скок, прыг, скок, приди, прыг. Так, свино-зомби, аккуратнее, пожалуйста, будь, не трогай меня. Мы продолжаем прыгать. Мы продолжаем делать эти нереальные мувы. У нас все получается. Оп, 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 паркуристы максимальные. Опа, уху, 360. Погнали дальше. Оп. Кикфлип, оп, варил кикфлип, оп, даблфлип. Господи, что это за кубик огромный? Валим отсюда. Пошел он от меня, понял? Не смей. Фух, ребята, он вроде бы как выбежал в планета. Вы поняли, о чем я, короче, говорю. Все, пойдем, 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 пойдем домой спать. Срочно нам, срочно нужно спать. Мы капец как хотим спать. У нас уже 30 левел. Это просто замечательно. Так, ложимся спать. Отлично. И прямо сейчас, что я буду делать, наверное, у вас такой вопрос. Во-первых, я себе сделаю сейчас два инструмента, а именно кирку. Соответственно, вот они мои алмазы. Все, давайте, сделаем кирку. Кирка у нас готова почти что. И также я сделаю себе сейчас вот такой вот замечательнейший меч новый, алмазный. Та-дам, готово. Все, мечи у нас есть. Это хорошо. Это замечательно. После чего вот это все дело нам нужно быстренько выложить, наверное, всякие разные блоки, нужные и ненужные. Штанишки, наверное, переодену все-таки. И теперь можно идти все это дело пытаться зачаровать на что-то прикольное.
Все, либо меч на добычу, либо кирка на удачу. Давайте посмотрим, что в итоге у нас получится. Мне нужен лазурит, вернее, лазурит. Лазурит, ты там и где? Ты там, а где? Ты там, а где? Лазурите где-то у меня должен быть. Я не знаю, куда я его, елки-палки, выложил. Где вообще? Так, оп, кстати, вот эту бутылечек я заберу с собой. Все, пойдемте, лазуритик взяли. Это хорошо. Можно быстренько пойти выложить бутылечек в нашу лабораторию. Так, мы в лаборатории. Бутылечек выкладываем, отлично. Все. И теперь-то можно идти пытаться чаровать свои вещи на какой-то крутой левел. Так, кушаем мясо, отлично. И полетели, давайте. Меч на добычу получится. Добыча 3, ребята, добыча 3, меч, что? А кирку на удачу? Удача. Блин, ребята, добыча или удача, я не знаю, что лучше было бы сделать. Господи, напугал меня ты, говню какой! Фух, я так обосрался сейчас этого чувака, пипец, ты что делаешь-то? Офигеть, это самая эпичная серия за все время. Ну ты и даешь, конечно. Фух, я думаю, что это за звуки такие страшные. Ты, конечно, говнюк, а ну-ка получай. На тебе, блин. Еще разбойник один подошел. На, получай, ребят, у нас новое достижение. Дурное знамение, елки-палки. Офигеть, вот он наш зловещий флаг. Что произошло только что? Я в офиге на самом деле. Неужели в скором времени придется рейд делать? О, да, детка. Скоро придется делать рейд. Ой, чувствую, грядет интересное что-то. Итак, давайте будем думать, на удачу или все-таки на добычу. Я думаю, для начала надо на добычу уметь зачаровать. Офигеть, ребята, добыча. Острота 4, прочность 3, что? Простите, вообще это такое? Это такой меч крутой. Пипец. Так, кирка, на удачу 3 будет сейчас? Эффективно 4, нафиг нам эта эффективно 4 нужна вообще? Нет, эффективно 4 это неинтересно вообще. О боже ты мой, что мы сами сделали? Вот это меч, конечно, у нас теперь... Я в афиге просто. Я просто в афиге с таким мечом. Теперь вообще ничего не страшно. Прочность 3, елки-палки. Такая прочность офигенная. Можно вообще вот так все дело объединить. Это будет мега идеальнейший меч просто. Че, давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Это такой меч получится. Я вообще в афиге буду. Фух, меч бога я его назову. Я его назову меч бога. Так, ассорта 5, заговор огня 1. Прочность 3, добыча, елки-палки 3. Это что за нечто? Ладно, давайте, ребята, 26 левел для этого требуется, но я думаю, то, что это того стоит. Это того стоит, ребята! Та-дам! Все, я забыл его переименовать. Блин, переименовать его забыл, мне не хватает левел для этого. Ладно, сейчас мы разберемся, ребята, с этим. Хотя, как мы с этим разберемся, я не знаю. У меня, кстати говоря, где-то в печках что-то было, может быть. Оп, о, 5 левел. Все, ребята, можем его переименовать теперь. Так, меч бога, меч бога. Меч, да елки-палки, меч, да ё-моё, меч бога. Опа, готово, все, меч бога готов у нас, ребята, вот это просто оружие убийства, я не знаю, с таким мечом у меня такого еще меча никогда не было, елки-палки, я в таком офиге. Кого я опять слышу? Я опять слышу разбойника. Что это, а? А, вон ты где, ладно, сейчас мы тебя быстренько дадим лилей, так сказать. Капец, ребята, с этим мечом теперь можно идти этих иссушителей лупасить. Так, а ну-ка. На! Догорай. Смотрите, он догорит. Я уверен, что он догорит. Он догорит. Не догорел? Ладно, тогда с кулака тебя забью. Лопатой, точнее. Нет, давай все-таки с мяча. На! Получай, молодец. Все, ребята, убили. Что? Он у меня даже не понял. Он даже не поломался еще. Прочность 3 дает о себе знать, ребята. Прочность 3 дает о себе знать. Вот это у нас меч, конечно, пипец. Вообще. А потом еще и назеритовый меч сделаем. Ё-моё. Я просто в шоке. Ну, короче, меч крутой. Меч просто бомбический, я считаю. Просто идеальнейший меч у нас. Фу, классно. Пес, ты представляешь, что вообще бы сделали? Короче, ребята, я думаю, то, что на сегодня эту шикарнейшую, прекраснейшую серию нам с вами предстоит закончить. Если она вам понравилась, вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, ребята, жмите на колокольчик, чтобы были уведомления, приходили, и вы новые ролики стреляли одними из первых. Ну и, в принципе, что еще хочу сказать, можете поддержать меня материально по ссылке в описании. Буду за это вам безумно благодарен. Ну и, в принципе, все. Я с вами не прощаюсь. Поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующих сериях.